В общей региональной статистике с 1 марта 2020 года 1292 подтвержденных случая COVID-19. Суточный прирост составляет 5,7%. И это хорошая новость. На прошлой неделе этот показатель, говорящий о темпах распространения инфекции, был чуть выше 6%. За все время эпидемии 355 жителей области благополучно перенесли инфекцию и были выписаны с выздоровлением. Плюс 2 за последние сутки. А число летальных случаев за выходные выросло на 2. К сожалению, инфекция унесла жизни уже 11 человек. Накануне скончался 67-летний мужчина, житель Тульской области, находившийся в нашем регионе и проходивший лечение во второй горбольнице, а также 19-летняя девушка, жительница Валуек. Вот как прокомментировали эти факты на брифинге в областном департаменте здравоохранения. Учитывая, что медицинскую помощь ему оказывали в нашей медицинской организации, он у нас прошел за городом Белгородом. Для понимания, что он будет приплюсован к умершим в городе Белгороде. А по факту он житель не нашей области, но тем не менее помощь получал в городской больнице номер 2, на ИВЛ находился. И девушка 2001 года рождения, Валуйская территория, тоже городская номер 2, тоже находилась на ИВЛ. Ввиду тяжести состояния, позднее обращение пациента за медицинской помощью. Она уже к нам попала в поле зрения медиков с поражением легких двусторонним тотальным. Всего 5% легочной ткани, которая дышала. Все остальное это уже был процесс, который сложно обратим. Как пояснили в региональном департаменте здравоохранения, у обоих пациентов была тяжелая форма заболевания. Они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи сделали все возможное для их спасения, но у больных начались необратимые осложнения. Приносим соболезнования родным и близким умерших. На сегодняшний день к аппаратам ИВЛ подключены 4 человека. В стационарах находятся 314 пациентов, то есть треть от текущего числа инфицированных. А 2/3 проходят лечение амбулаторное, это 612 человек. Кроме того, на самоизоляции находятся 3034, как контактные с носителями коронавируса.